Всем как делишки, ребятишки, с вами снова Виноград. И сегодня мы продолжаем снимать хардкор. Ой, сейчас. Ну, вроде бы программа не крашнулась, ну тогда продолжаем. И да, мы сегодня снимаем хардкор. Дальше. Окей, хардкор, который не на сервере, а который обычный. Так, вот у меня еда есть, я попозже переплавлю. Сейчас мне нужно выйти. Я тут крипера видел. Я тут уже, естественно, за кадром разбился, потому что я обожаю копать шахты и не могу дождаться нового видоса. Да. Хардкор расцветает. Тут будет вода, тут у меня все же в огороде будет, но это еще рано, это еще рано. Тут я деревом запасаюсь, кстати, уже за деревом сходить. Та-дам-дам-дам. Все, подальше от бункера. Не отходить лучше, но и отходить стоит. Короче, далеко от бункера нельзя уходить, но и близко к бункеру нельзя подходить. Что-то я запутался. Так, мне нужны семена, поэтому давайте соберем семена, кстати говоря. Мне пригодятся еще так, друзья. Так, а что ни одного дерева, которое именно я добываю для нужных целей? Так. Так. Друзья. А я не понял. Вот сейчас я реально немножко не понял, а где все дубы? Ой, как там? Не, вот это я понимаю, это что это? А, все, понял. Это этот темный дуб. А, уже солнце скоро заходить будет. Такс, окей. Дубчики, дубчики, дубчики. Окей, давайте тогда в шахту уже. А, кушать пора. Нужно бежать. Хотя, хоба, хоба, хоба. Быстренько забегаем. Это мы все складываем вот сюда. Это мы раскрафчиваем. Ну, хотя бы так выйдет. И теперь мне нужна еда. Срочно. Очень срочно. Да ладно, пусть пока дерево потратится. Мы сейчас погнали в шахту. Вниз. Такс. Не, вот да вы прикалываетесь, да? Вы прикалываетесь. Я, конечно, нашел источник воды, не выходя из шахты. Но тут могут быть опасные мобы. Поэтому я пока что вот так вот закрою. Да уж. У меня даже брони нету, попозже туда пойдем, поэтому сейчас будем по разбору в другую сторону делать. А перед этим нужно перекусить. Все, мы перекусили, еще один кусочек оставили. Теперь можно доставать кирку и бежать дальше. Окей. Как мы там делаем? Вот так, вот так, вот так. Японский пиксалоты. Ава. Так, ну я слышу зомби, значит, туда лучше не идти, да? Судя по всему, да. Поэтому, да, свидос. Фух, закрылись. Теперь. Нам нужно сделать вот так. Это мы все закрываем. Хорошенько развиваем. Понятно. Все понятно. А как там дальше нужно? Вообще не понимаю, как эти шахты я копаю. Так, ладно, окей. Раз вы такие суровые ребята, я тоже буду суровым ребятенком. Я слышу зомби, ёлки-палки. Да уж. Японский аксолотль, видимо, сегодня будет. Еще какой. Окей. Хардкор.
Хардкор. А, у меня белая кровать, она скучная, можно другую найти. Так, ну тут даже цветочков поблизости никаких нет. А, нет, вот красные цветы есть. Ну, сделаю тогда свою любимую кровать. Красненькую. Ну, вообще, мне фиолетовый любимый цвет. Но красненькая такая оригинальная. Такая самая оригинальная. А еще мои любимые цветы я сейчас собираю. Вот эти, которые высокие, красные. Вот они мои самые любимые. Ну, здесь будут. Где и нет. Все, пора бежать как можно быстрее, потому что я что-то задержался. Не немного, а много. Так. Все, закрываемся. Все, отлично. Теперь делаем вот так. Мы получаем красный краситель. Да побольше. Теперь делаем вот так, получаем красный краситель, и все. Теперь... Куа! Отлично. Чпык, чпык, чпык. Чпык. Спать. Так, все, я поспал. А теперь гоу в шахту. Давай! Давай, вали на гелике. Чё ты? Медленно-то такое. Андрюха Майн, ты чё? Да вы прикалываетесь, чё ли? Оба. Так, всё, никто уже не пройдёт. Оба. Всё, вот теперь уже нормально. Теперь нормально. Как мне дальше шахту копать? Я запутался, как-то шахта копается из этой шахты, которая рядом. Не шахта, а яма. Яма, да. Здесь будет яма. Опа! Ладно. Ставим факелок и идем. Так. Я забыл смотреть. Мы на какой? Мы на 42-й. Это еще далеко до 16-й. Потому что на 16-й высоте больше всего алмазов и так далее. Продолжаем копаться, пока не найдем хоть железо хотя бы. Потому что я еще за весь хардкор даже угля не нашел. И это нехорошо. О, скелеты начинают ходить. Так. Достаем топорик. Хотя не, убираем топорик, зачем он сейчас. Мне бы, блин, железо найти и ведро воды сделать. Сейчас методом Стасика копнем немного. Окей, тут ничего, так ничего. Закрываем. Так, дальше. Спускаемся примерно вот на такую высоту. И вот примерно вот отсюда можно покопаться методом Стасика. И, может быть, я что-то найду. Железо. Я вот так и знал, что ты здесь где-то рядом был. Я тебя просто не замечаю. Вот так и знал. Знал, вот на, Андрюшенька, получай. Виноградик никогда не сдается. Вот и не сдался, и нашел железо. Железо. Да, братанчик? Железо — это хорошая штука. Она может железить. Как бы это странно не звучало, да. Так, окей, давайте еще здесь попробуем. Может быть, с этой стороны тоже уголь, к примеру. Оба. Нет, тут ничего. Мне нужно сейчас уголь и железо. И железо, вот из этого железа, которое у меня сейчас, я могу сделать две железные кирки. Но кому это надо? Я уже одну железную кирку пока что сделала. Хотя... А, я знаю, как я сделаю, это будет более выгодно для нас.
всех. Окей. Так, сейчас давай так. С этими брони мы потом займемся. Окей, так, спускаемся вот до сюда и копаем с этой стороны. Так. Так, все понятно. Забегаем вот так вот к печке. Убираем еду, закидываем... закидываем кирочку и закидываем уголек. Вот, фу ты, блин. И закидываем, как он называется-то? Железо. Да, железка. Мы закидываем. Ну и финальный подкопчик. Большой. И ничего. Тут... Не понял. И тут у нас ничего, и мне сломалась еще одна кирка. Замечательно. Окей. Спускаемся еще ниже. И копаем. Вот так вот. Что-то мы слишком сильно и жестко копали. Нужно было послабее. Мы уже потихонечку будем заканчивать наш ролик. Поэтому да, вы понимаете, Окей. А вы, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, ведь ролики у меня тут выходят каждый день. И два ролика в день, между прочим. И всем, друзья, покулики, два свидулики. Ждите продолжения хардкора, смотрите остальные видосы.